Че соберитесь нахуй? Откройте ебало, пожалуйста. Посмотрите за лужи. Поехали. Я согласна, не знаю, что за чел с твина пишет. Шип сзади. Беба, сейчас не надо, я еще третьего поставил. Реслин, сукра. Стойте ровно, звезде должно нормально быть, если босс начнет дергаться. Нет. Босс, потому что что-то он... Почему он босс пошел нахуй в бок? Он чуть-чуть остановился и пошел в бок. Из-за этого он так рано уже... Потому что ловит в середине. Бернуть? Да, надо было поближе встать, да. Я тебя, Феникс, давай. Блять, нет. Да падайте, не надо никаких БРов нахуй, там уже сбоку никто не стоит. Ну он по таймингу кидает, на 100%. Ладно, это понятно, почему кто в боке тогда стоял? Что он туда дернулся? Какое уёбище в звезду не может стать, объясните мне. Я сейчас, блядь, его найду нахуй, я тебя, блядь, кикну нахуй, если ты, блядь, не понял до сих пор нахуй. Почему мы вайпаемся нахуй? Мудила, блядь. Какой-то, блядь, трэш ебаный. Сосед, это он только по тебе так хуярит. Можно, кстати, еще ослабление магии на всех позакидывать. Он его может, поможет от хил. А, ну, ну да. Он уже друид. Ну да, тут чуть-чуть, если танк дальше становится, то уже там третий что-то для его перебежки. Что это за крыса такая? Пошел, съебался от всех. Это арбузы, бля. Это новый вид рыбы. Ресница, чувак. Я что-то думаю, что он сюда бегает, блин. Так а что ты сюда бегаешь? Ну ты посмотри, кто рядом стоит. Ты. Еще кто? Ничего не смущает? Нет. Ладно. А должно? У меня свет моргнул. Я тупая, я не понимаю, напиши мне в этот... Не могу. Андра, что ты там в углу все? Поняла, два хуля, он оттуда начинает? Там, ну, ты там молишься? Ты шанога, да, хавайзэ. Ну он помолился, кстати. И это они там друг друга трогают.
Молива сильна, значит, это модно. Он убил Билатку, кстати. Соберитесь. Там чей где-то пропал. Ничего зайдет. Не дружись, у меня комп вырубился, что-то моргнуло. Бля, кстати, что-то маны не хватает. Будь здоров. Да еще по друид. Сейчас друид зайдет уже последний. Тогда будь здоров. Почему? Инту. Масло там закончилось, перемахите. Да у меня густо под духа. Не заходи. Во втором пати, кстати, нету Эридара. А Рислин Пандарин, да? Заебись. Ну, чё я тебе могу сказать? Бой. Ну, надо какого-то кастер боя, блядь, перекинуть, да. Будь здорова, Настя. Я просто не заметил, что Рислин пандой стал. Адель Бафни. На прошлом рту. Чаще что-то рыбу не вижу. Никого не вижу. Но пропала, наверное, уже. Ладно, еще раз поставлю. Хавай. Что я не... Дайте друидам. Еще каску. Войт страшный пиздец, блядь. Страшный рубайна. Тупо орк, блядь. Савчик. Арчана подмай. Андрей абьюзер. Да, блядь, мы бросаем его куда? Давайте нормальный пул сделаем. Киль этот нахуй, кильный, блядь, бэк. Танков перенесли не очень удобно, ладно, похуй. Шип сзади, на мне, РДД шип. Бля, шерсть, она была раньше убегать, нахуй, чтоб я, блядь, по этой луже не бегал потом. Ну, чтоб лужа в пламя ушло немножко, как бы. На пульте попало эту... А, заебало, что за... Стали всю зину. Реслин сокров. Ну опять какая-то хуйня, нахуй. Ну было нормально все нахуй, опять какая-то хуйня, нахуй. Просто не убегай так далеко, вот сюда. Вот видишь, перед тобой прыгаю, вот здесь. Не убегай так далеко, пожалуйста. Да-да, вот здесь стой его, ой. Тайминга надо рассчитать, надо поближе, значит, людей ставить. Потому что на половине лужу разливает. Поближе танков поставить чуть. Типа то, что в центре стоит, там нормально. А рисуну просто нужно чуть-чуть ближе подойти, и все. Да, сейчас покурить, сходить. Тильд, блядь. Идите курить. А можно танка вернуть? Три танка в одном пати. Сейчас. Не знаю, по мне, в принципе, нормально идем. Меня вот тоже не бесит. Я, типа, в этот бабу эту ебаную соляру месяц травила в ХМ. Месяц. Недели три точно. Поэтому я вообще спокойна абсолютно. Никакого тильта. Ха. Кое-кто 8 часов в РС 25 гер сидел, да, Юля? Нет, я так не сидела. Сидела. Где? Ну, может, ты не все 8 часов сидела, ну, в кнутый пряник, блядь. Я не помню такое. Я помню. Челики учились убивать, блядь, в двух мирах.
О, а Лара, да, в ХМ мы тоже очень долго траили. Но там всем сервером долго траили, потому что его не могли до ума довести. Он вообще какой-то неадекватный был. Mm-hmm. То одно, то другое. Но мы застряли потом на Соляре. Нам, пиздец, Соляра не давалось несколько недель. А Келли пришли с первого... Ну, со второго трая убили, короче, в первый же вечер. Келли всегда был, типа, вот. Соляра бред, конечно. Там, по-моему, Соляра, типа, вся сложность только в танках была, ну, не знаю. Во всем. Там челы тупо не могли... Нет, типа, челы тупо не могли задоджить сайленс. Типа, просто развернуться спиной. Вот, вот с этим проблемы у нас были. Не, на Ларе, да, я про Соляру говорю, что там, типа, именно... Нет, а я тебе... Нет, там же тоже на Соляре нужно отворачиваться. Там же сайленс кидается. Там развернуться нужно. Не знаю, мы когда трали, там уже все, типа, придрочные были. Не знаю. Короче, тяжко нам было очень... Не знаю, те инсты были как бы новыми, ну, относительно числа, и там как бы не особо не уставал лично я. Ну, поэтому на X4. Конечно, немножко тяжко тратить, потому что ты как бы уже чувствовал вкус победы, блядь, над ребром. И как-то, ну, немножко такое. Да-да. Вообще на X4 вот эти все кастомные инсты, ну, нарисованные и придуманные сирусовскими этими нашими гениями, они будут легче проходиться, потому что мы шли, мы вообще ничего не знали на X2, да, тупо с нуля. Нарисуют, да, ладно, да. 400 лямов, вот там же, да, но мы хотя бы будем знать тактику, типа как лучше. А что, на ребро мы не знаем тактику, да? Ну да. Но мне кажется, все-таки либо чуть-чуть надо хп убавить, либо мне гир слабоват. Они, ну... на Келе на всех боссах также задирать хп просто будут, да и все. Ну, возможно. Да, весь я перерыв пропиздела. Я вообще там не была. Даже тактики, ну, не знаю, меня туда не возьмут. Типа, ни разу не был, вчера сходил, там реально прикольно в тюрьме, типа, боссы и тактики на них вообще заебись. Там 100, ну такая динамика вообще прям. Можем сходить, там же 271 шмотки, обязательно сходим, хорошей, да, компанией. Они, блядь, они многим не подходят. Ну что, а чарки, чарки, чарки? Чарки еще неизвестно, будто они профитили. Ты чарки там видел, чувак? Они там только на Толгороде вроде, да? Нет, по всему миру уже сделали, обнова вышла. А по всему миру? Да. Они еще сделали, они сказали, что в ближайшее время. Да, да. Нет, что, возможно, они сделают отдельный список. Там вроде тюрьмы шмотки, которые выпадают. И они работают на весь мир. Ну, типа, я читал, когда там было, что они только на огороде работают. Да нет. Говно из жопы. Если они по всему миру будут работать, то там есть колючие, да. Там и снижающие еще дополнительно. Ману. Там, ну, некоторые не стакаются, так что непонятно, вот расовые будут стакаться с чаркой или нет. Я думаю... Не знаю. Они допишут, они типа не стакнут. Они вводят, вот типа нахуй мне эта чарка всралась, блять. Дайте ребро убить нахуй. А чё за чарка? Чё новое что-то ввели, что ли? Ну, планируют. Это сделать. Это абсолютно старое. То рейд, ты мёртвый, как бы тюрьма эта ебаная. Причём на всех реалмах, наверное. Типа, что здесь она мёртвая, что на X2 она мёртвая. Нахуй её вообще видеть. Арбузеры дай через, пожалуйста. Ну там прикольно. Кунка, ты был в тюрьме? Я на офе был там. Не знаю, мне понравилось. Правда, Редега там не выживет, блядь. Там столько анимаций у боссов, что там он это АФК сначала будет сам стоять, просто вылетать. Когда было открытие тюрьмы, я туда ходил. В натуре? Пиздец. Пять. Чтоб ты понимал, она в 5 человек, блядь, убивалась. 2, 1. Ну там... На открытии. Вот, типа да, но там интересно, прикольно ведь. Арбузеры, ресните, пожалуйста. Нет, ты что понимал, на открытии у них было по 10 лямов. Там сейчас по 15 вроде, по 12. Это в 25-ке? У кого-то меньше. Нет. Арбузер ресет. В 10-ке там, вот я вчера был, у одного 15, у другого 9, а у третьего 15. Вот, спасибо, ты единственный, кто меня услышал. Единственный арбузер. Sorry, нет, тоже. Единственный арбузер, который меня услышал. Я арбуз, нахуй. Ты арбузер. Ты аркебузир вообще, нахуй. Лично я минус 10% силы. А почему это ФКшим, типа, это хуйня, а не трай какие-то? Мы стоим, блядь, больше, чем траем. Да. Мы ждем, у нас боссом еще не зашел. Мне кажется, нерфанутого, блядь.
только когда. Да, скорее всего, сегодня. Сегодня ночью, либо завтра уже будет какой-то нерв, потому что им будет писать, типа, заебали. CLK-10, ну, типа, CLK-25 первый рейд закрыть, типа. Мы без пойдем, лучше пизду 25-ку закроем, классно. Там... Не-не-не. Типа, я бы трогал. Пока сидим, траем, нахуй. У нас люди, блядь, дохнут в ебаных лужах, блядь. Да, дай мне троить поле сети, нахуй. Вообще, кому банки нужны, типа, можете перекинуть мне еще. Никита, ты где? Сейчас, секунду. Ну, блядь, хоть раз, нахуй, переживите, он до бирсы, нахуй, в лужах, блядь, пол рейда не дох. Надо сказать, надо дожить до 50% хп. Надо еще кому-то СПД, там больше народу кидал вначале. А, кстати, отходила, да. Мне тоже можете трейд кидать. Где Никита? Не знаю. Дель, позвони ему. Ладно, блядь. Сейчас, конечно, сидим, блядь. Ждем на... Ждем на одного человека. А у Санджира тоже не знаю где. Два милика, да? Че, замен нет никаких, что ли? Ноль замен. Тебе нужны эндер? Хочешь я хаспотов, типа, и крит-потов подгоню побрать? Я на замене. Мне? О, ебать! Давай. Кидр, у меня по 30-ке есть? А да, дальше можешь? А дальше я не помню, куда. А точно так же. Там с кем ебашишься? Ну, ты так можешь до самого верха допрыгнуть. Я такого одного человека только видел за всю свою жизнь, кто так делал. А, я помню, нас в Нордах делали так. Это Нарзик сделал. Нарзик хуярил, я помню. Нарзик ёбан. Он очень жестко это делал. Он какой-то робот был, я вообще не знал, как он это делает. До сих пор так я не понял. А чё, он опять играть перестал? Он ещё так прыгал без задержек, то есть он как зайчик, понял, так прыг-прыг-прыг и ну так наверх. Я охуел. Никита сейчас зайдет, у него интернет отключили, он проплачивал. Тупо роботы, сейчас серьезно. Пока говорю. Что я возьму коленту. Все пытаются. Это старая хуйня, это хуйня пиздец. Где-то, наверное, сколько, наверное, 10 плюс. 20. Ну да, как этот вход появился. Кушайте. Колесо, мантия, фулбах по шаману дали. Ну вообще по всем бам дали. Масло, фласки кончились опять. Все готовы, окей. А чё, дым? Шип сзади. Два на ханте на мне. РДД. Быстрее шип залили. А минус. Шип сзади. Ресница круга. Ну вы как-то хуёво далеко стоите, блядь. Реслин сейчас нормально стоял. Вот, блядь, вот Дермич, где крест стоит? Вот скажите, нахуй.
Блять, поближе, да, ну здесь. Ну ёб твою мать, нахуй, ну это пиздец уже какой-то, нахуй. Ну нахуя эту метку ставил, нахуй? Блять, сколько можно, нахуй? Вам, блять, другую метку поставить, нахуй? Скажите, блять, если вы крест не видите, нахуй. Красный цвет проблемы, блять. Не, это, короче, понятно, в кресте надо стоять. Просто когда он в кресте лужу разлил, мы отошли назад. Или не двигаться тогда? Не надо, блядь, двигаться, нахуй. Чуть-чуть он от лужи отошел, чтобы она не дамажила, и все, нахуй. И стоишь там рядом, кажется, с этим крестом. Урон наносит какой-то? Нет. По танкам? Нет? Тогда пух. А, ну нет, если он прилетает в кого-то, может быть. Он же от танка к танку делает чардж, типа. Пиздец, ужас, нахуй. Настолько зажрались за эти годы, что даже не знаем фулл механик. Я вот тоже не знала, наносит он удар, когда свечится. Ну, удар, для как сказать, чаржится или нет. Не наносит он урон, когда чаржится. Он наносит урон от вихря, блядь, конкретно, и все. Который, когда ты рядом с ним находишься. По дуге там и так далее. В радиусе самого вихря. А то, что он чаржится, это нихуя не наносит урон. Он типа столько урона наносит только по таргету, когда крутилкой. Просто крутилкой ауешной он столько не бьет. Ты столько получаешь, что когда типа уже танки мертвы, и он тебя берет в таргет. Да-да, ты по агро идешь, вот ты, клинш, кинку, и все время за танками идешь. Ну, а танки 3. Просто крутилка, он бьет по 5000 где-то, ну, плюс-минус, может даже меньше. Да-да, 5200, вот так вот где-то. Да. То, что ты 28 тысяч получаешь, это ты получаешь таргетный урон. Просто так он не бьет столько. Короче, короче, смотри, Кирилл, нам вот в крест он лужу разольет, нам влево-вправо так двигаться, ни вперед, ни назад. Вот, да? Смотри, вот я печеньку ставлю, вот примерно вот это вот, блять, даже чуть, вот так вот. Вот так вот, блядь, это примерно вот расстояние должно быть между этим. Понимаешь? Печенька крестно. Звезда, где мы стоим. Даже звезду можно, блядь, вот так вот поставить. Примерно. Портал можно прям. В середину. Вот, все. И вот так вот, нахуй, это будет. Просто если танки дальше стоят, он разливает лужу, вот пролетает, и в полете ее разливает прям где мы стоим. Ну, примерно. Поэтому у нас сейчас. Чё, да? На исходной стороне. Сука. Все собрались. Шип задний на мне. И на ханте. Два шипа, ребят, блядь. Минус таки. Я старался. Сокровище. Сак. Так какая-то хуйня опять, нахуй. Полная залупа какая-то, ну. Слишком близко. Что он разлил лужу прямо вот посередине и потом начал прыгать. Ну поэтому. А там пространства не так уж и много для того, чтобы маневрировать. Ой. А время разливания лужи зависит от своего таймера, или он ее льет, когда доходит до цели, до которой идет? Там, я как понял, когда он чаржится, там включается таймер, вот это когда вихрь начинается, и он каждое там определенное там энное количество времени разливает лужу.
Понял. Может кинуть лужу до того, как долетит до другого танка. Ну, может, танка. Он в полете много раз кидал, когда, допустим, танки слишком далеко стояли. Да, он там есть. Летит и срет, получается, прям посередине. Там, допустим, где там вот таймер этот проходит. Поэтому тут расстояние прям максимально влияет. Не, если он типа не затягивается до дальнего танка, то он, получается, выбирает кого-то из нашего центрального кемпа и прям в нас дает. Рыбу ховать. Ну, сейчас, знаешь, как было? Дальше креста стоял кто-то. То ли в шип человек попал, и он у него зачаржился. Вот он выбрал, видимо, его и дал, типа, в ближайший звезду. Так он же чаржится только в тех, у кого много агра, по-моему, нет? Нет. Дальняя цель. Самая дальняя цель, он ебашит этот чарж. Вот все. Рыбухамать фулбар премиум. Арчина была на. А чё, блин? 3, 2, 1, пол. Звезду ориентируется кровь. Быстрее. Шипы излили. Ну, блядь, кто-то там дали. А кто там сбоку постоянно стоит? Я не понимаю, неужели сложно сбежаться, нахуй? Ну, блядь, раньше начните сбегаться. В чем проблема, нахуй? Все сбежались, нахуй, сразу проблема пропала. Лужи адекватно спавнится. Разбежались по углам своим. Рез соседа, сер. Шип сзади. Забьете, нет? Шип сзади. Звезду, дермись из бан быстрее. Шипы залили. Да, страшно. Очень страшно. Разбежались по своим местам быстрее. Гим-то там дайте. Поставь тотем, рейд и гим на ману. Тотем и гул гим.
тепло. Танков хитить. Серый Енер похулипал, а вот всё когда я вижу. Забежались быстрее. Сокровились. Я дал. Шипы залили. Меня когда? Пизда нахуй. Почему он так близко чаржнулся? Не знаю. У меня, блядь, вихрь больше убил, нахуй. Меня... Он начал вихрем давать по 15 кусков, сейчас 28 прилетает. Ну вот да, вихрь 24 тысячи, но это человек 10 только живых осталось. Там есть... Я... На РНЖ, типа, зависит от того, насколько ты от него стоишь. Если, типа, близко в вертушке стоишь, он бьет больше. Может, давайте заранее сбегаться за секунды две? Наверное, надо раньше сбегаться, потому что это пиздец. Как только в каст вихря идет, надо забегаться сразу. Как только каст начинается, потому что потом это хуйня. А что если какой-то пиздец начинается? Что? Я говорю, если звездочку сместить, где была слева просто, что там, не достают РДД или что? Там хоть, блядь, как-то двигаются лучше, больше жили. Ну там милики не так сильно дамагают. Здесь вот это вот то, что мы стоим, здесь милики, можно сказать, просто бьют босс. Там надо прям... Знаете, голды, ну почему? В этой хуйне. Просто здесь, если все нормально делается, ну, все нормально становятся. То есть, соответственно, ну, все сбегаются раньше. И все становятся. То все заебись нахуй. И при этом милики не теряют ДПС. И они бегают, бьют. А там, что когда мы стоим слева, то там, соответственно. Когда мы так начали пулить, он вроде по 5к бил вихрем, а сейчас... Ханта, ты в печеньку, кстати, не забываешь отрыв нажимать в самом начале? Ну вот он нажал в него и прилетел чарш во всю толпу нашу. Пока Реслин бежит, тебе надо ждать там. Ладно, знаю, пока мы сами. Леш, то шутка? Дайте мне тоже сейчас. Батя, дай по королеву. Да ты не так часто умираешь, Тина. Я могу. А чё, да? 3, 2, 1, пол. Так. Два шипа сзади. Два шипа сзади, РДД, прием нахуй, два шипа сзади, спасибо нахуй. Потом урон по шипам посмотрим. Еще шип сзади. Вихрь, сбежались в звезду уже заранее. Сокру, давай рисим. Вот сейчас здесь пойдет нормально черный. Аккуратно, милики, вы уже не дохнете.
разбежались быстрее. Ну, блять, ну... Не, надо мне все-таки портал в трусы нахуй ставить и так бежать нахуй. Потому что потом, блять, эти лужи нахуй не успеваешь. Швепсу, блять, в точке заебись нахуй. Да падать уже. Падать нахуй. Но портал все-таки в трусах оставляется. Я не везде. Хуйня затея. Я бью его ресницы, блядь. Нет, я не Ренар. Там нету на масрезка, да? Похуя я всю тычу порепу. Всё. Там надо дальше идти на босса. Это нормально. То есть, чтобы он не лил лужу, надо, чтобы он сразу после вихря нажимал порт и уже в трусах стоял. Ну, я про это, на. То, что он как-то хуёво льёт, он то нормально? Не, он норм... Блядь, сейчас он лужу хуёво разлил, потому что я сдох сразу, понимаешь? Там было две лужи с правой стороны. Обычно, когда одна, я вижу, что у меня фулл хп, я просто перепрыгиваю, ловлю один тик этой лужи. Понимаешь, я бегу в трусы. А сейчас две лужи было, получается, вот от звезды вот тут вот, где я сейчас прыгаю. И вот тут сразу же вторая. И я, получается, просто, блядь, прыгнул нахуй, меня убило. И за, ну, получается, три тика въебало вместо одного. Типа, первый тик от двух, и зацепил дальнюю лужу еще один тик. Итого три тика ему. Слушай, а если, вот смотри, я вот замечал то, что он либо кидает вот по бокам эту лужу, либо в звездочку. А если вот так вокруг звездочки встать, вот, допустим, по такому рендже, лужа же идет примерно, она под углом, где-то 45 градусов выходит. Если мы вот здесь будем стоять, допустим, на два кэмпа поделимся, либо даже на один, не должна цеплять. Теория. Да там можно смотреть, понимаешь? Ну, типа, если он, блядь, чарнулся, допустим, близко, да, соответственно, надо, ну, который он спиной, получается, уже, ну, или ебалом, без разницы, надо все равно отходить шаг назад, либо, ну, типа, потому что, ну, лужа разольется близко, ну, как, типа, во фрейме, как вы стоите. Диалогия такой. Самое главное, чтобы танки стояли вот в метке, вот, друг напротив друга, тогда, в принципе, это прокатит тема. Ну, посмотрим, сейчас я еще посмотрю, понаблюдаю. Знаете, Фома. Сейчас можно пару секунд. Стоят там опять сосутся. Эти-ки. А что, да? Очень. Я на пару секунд попросил. 3, 2... 1, пол, все приняли готовность. Да там, блядь, Андрей, забей нахуй, ты, блядь, троглодит нахуй. Да, да при чем здесь ты, сосед? Заебал он половину спамить. Вихрь. Вебс, бежим быстрее. На ботах там, я не знаю. Шипы. Ну, шипы, ребят, быстрее. Не, я хуй его знает. Как-то разбил, когда прилетел к танку, и потом еще раз бьет. Но он остановился, когда первый раз летел, поэтому тайминг уже не те тайминги пошли. Так вот я и говорю, как он работает-то правильно, нахуй. Либо он по времени льет, нахуй, либо он дочарженный все льет. Я сказал же, по времени, но это уже с самого начала было понятно. Ну так а сейчас как было, нахуй? Он остановился, потом полетел. Это уже, видишь, время затрачено на полетку. И там уже как бы он, когда начал лететь, он уже ее раньше разлил.
понял? Нихуя я не понял, блядь. Это надо, чтобы он прям чисто летел. Да, 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 он летел, у танка постоял, там секунду, там полторы дальше полетел. А так получилось, он постоял на звезде полсекунды, потом у танка постоял полторы секунды, и назад полетел уже на полсекунды раньше разлил, понял? Надо, чтобы прям все идеально там. Да, 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 да. Может, нет. Один танк будет заранее уходить подальше? Типа? Почему надо понять, он останавливается? Вот надо вот посмотреть. Типа, ну не да, просто. Там террор хант выполняется. То есть хант сразу же туда уходит, и вот на него бежит. Это. А че вы? Не, наверное, хант пускать звезду реально, блядь. Реслин, я тебе просто озвучу, когда выходить нахуй, побежишь сразу нахуй свою печеньку. Остальные все в звезду как мне. Пизду нахуй. Я не понимаю, а почему вы, ну, не хотите стоять сбоку? Так же милики смогут бить, если мы, вот, допустим, где ромби будем стоять. Так же милики смогут бить, просто с нашей стороны. Все. Не, ну, теоретически он прав, можно и там стоять. Просто и меньше разница. Урона будем получать, и лужи очень сильно зажимают. Лужа и вихрь ваншот прилетел сейчас по рейду. Ну просто если говоришь, что он чаржится в тех, у кто дальше стоит, типа... Либо на танков надо чуть дальше ставить, чтобы... Так не, лучше. Дальше не вариант, тогда уже будут неправильно литься. Давай не ромбик, давай вот между звездой и ромбиком, чуть-чуть прям здесь. Ну, здесь вот будет лужа, она вот 45 углом идет. Вот смотри, вот здесь вот, вот здесь можно встать, вот здесь, допустим. Ну, да, а вот здесь уже будет лужа, вот здесь. Вот тут. Вот так она пойдет. 45 градусов от крестика отмеряешь и смотришь. Ну, пускай так будет, хуй с ним. Это все равно, по-моему. Все равно, если он, допустим, насрет на звезде, то лужа пойдет вот. Теоретически она должна пойти. Как в прошлый раз мы стояли. Или вот здесь, допустим, чуть раньше. То она вот под углом пойдет уже на ромб. Нет, хан, ты стоишь там, где стоял. Потом в ромб забегаемся. Звездочку сейчас вообще выберу, нахуй. Все. Ты подписал? Саша, иди в туалет. Ты подписал? Мирай. Сосед, ну выключи. Вырубите детей. Все, что, да? 3, 2, 1, 2. Вихрь, сбежались. Вот опять Вихрь, он встал. Не настал. Не под нас, отойдите. Ну, ребят, если... Это хуйня ебаная, нахуй. Тогда танкам надо становиться дальше, нахуй, если мы в ромб, блядь. Хую знает, мне кажется, это равносильно расстояние. Непонятно, вот почему-то он останавливается и стоит, почему? Не понимаю вообще. Ну, либо так, танк успевает бежать, либо хрен его знает. Он в треугольнике сейчас был первый раз, кто там был. Потом он пошел с треугольника. Может, потому что... Как он, блядь, в трусы мог пойти, если он изначально, нахуй, пошел, блядь, в печеньку, нахуй, объясни мне, вот. Вот я в самый знаю. Первый раз, нахуй, как только он, блядь, нажал вихрь, он побежал в печеньку. Причем здесь трусы, объясни мне. Надо видос будет потом посмотреть. А потом уже с печеньки он побежал, нахуй, блядь, в этот, как его, в ромбик, блядь. Ну, надо вот этот момент уточнить, почему он тормозит, типа тогда мы будем убивать, я думаю. У меня, кстати, вопрос, вот вы говорите сейчас. Мы ушли в сторону, чтоб милики били, да, я так правильно понимаю?
Да нет, чтоб нас не зажимало, блядь. Мы сколько уже вайпнулись в этой... Нас, по-моему, сейчас еще сильнее зажало, нет? Они как-то рандомно полетели. Так нет, так он чарнулся прямо в ромб. Он чарнулся прямо в ромб. Это из-за того, что мы типа дальше стояли. Я так понимаю, чем танки. Вот еще. Просто, блядь, крест нахуй сейчас отдалим, блядь. Печенька нахуй, соответственно. Ромбик, блядь, будет вот у того нахуй. Должно быть нормально, по идее. Пускай уж и бланк печеньку держит потом, когда танк подойдет. Потому что пока он бежит туда, он все равно его держит в таргете. Он его запоминает и держит его до тех пор, пока кто-то не уйдет туда далеко. Печеньку чуть поближе, не печеньку, этот ромбик чуть поближе поставь. Потому что он вот все равно держит в спам... будет доставать, я думаю, вот оно будет идти. Вот. Под 45 градусов. Ну, вот где-то там. Как раз, как раз. Настя. Кто там у нас? Фондер, блядь. Тыкните шкаф. Тыкните на сумму. Жив стоит почти, пока стоит. Полторы минуты. Рыбу хавай, флагман ходи. Супер Ниндзя Тёртлс. Блять, никогда бы не подумал нахуй, что на ребре нахуй буду вайпаться в хэме нахуй. Сирус, блять, умеет удивлять. Если на леди не были. Ну, леди, это понятное дело, но, блять, ребро нахуй, это пиздец нахуй. Я буду орать, если на кораблях вайпаться будет. Сука, я тону, помоги мне. Три, два, один, пул. А шип с контактами снимет, или он так будет висеть? Я не посмотрел, всем плохо, видимо. Опять. Заебись, меня сейчас подлагало нахуй. Вот сейчас в центр можно смещаться сразу. Шли. Сейчас хорошо полетел. А сакру надо сейчас. Дай масокро рисунок. Ну вот опять уходит центр. Нормально. Не-не, нормально, нормально, Липа, вообще отлично. Главное, что не стоит. Шипы. Вот сейчас хорошо. Ну шипы, блядь. Хорошо, нахуй, минус. Отбежали быстрее. А надо было сдвигаться. Ну, во фрейм, конечно. Калют, вставай с нами. Ребафните шаман. И лока, дайте ребаф. Да помогите шип ебучий снять. Идти подряд там. Всем похуй еще. Ты ебанись ты нахуй. Заебал, блядь. Приставь уже еще. Приставь шип быстрее снять. Так, сейчас вихрь будет. Уже в ромб. Уже в ромб побежали. Там на звезде я ханта, ханта. Шип, шип. Шип с ханта сняли. Блять, ну. Сан. Слишком близко. Айсбаун, дай дермись. Нахуй там шипах, сейчас я просто умру. Ну. Не, это хуйня, мне не нравится то, что милики, блядь, предпочитают, нахуй, вот, когда он в вихре, блядь,
не снимать шип нахуй, а идти хуярить босса нахуй. И при этом, блядь, еще умирать в ебаной луже. Мне вот эта хуйня вообще не нравится. Падай. Только вот не надо сейчас меня тапками кидать, а если типа по стандартной тактике попробовать, типа первая, вторая, допустим, налево, третья, четвертая направо, хилы эти налево, эти направо, и чисто побегать. Ну, да, типа, мы же пробовали, да, постерялись. А, ну да. Да, пальца не хватит, это точно. Да-да-да, я что-то забыла об этом. Нужно максимально меньше бегать, больше бить. Проблема в том, почему мы перешли на эту хуйню. Да, Ленка, не хочешь кто-нибудь урон по шипам, пожалуйста? Потому что нам не хватало ДПС. Вот еще весь прикол. Да-да, я поняла, я забыла. Нам просто ДПС не хватает. Снимаю диван, я сейчас сагрю. Нет. Да может Берса это миф, нужно попробовать. Вдруг ее нет. Не миф. Нет, там есть. Как мы же но видели. Берсу? По таймеру. Да, Берсу, но не у нас. Да чё там, покатит, все нормально. Да они дошли до Берсы, у них там тоже человек, сколько, наверное, 9 лежало, нахуй, или что-то такое. Выша, нет, как понял, они умерли выше. До Берсы, когда уже рейд ДХ до конца, у них Берса началась. Да, когда уже не да. Рид, ринкани, пожалуйста, урон по шипам. Здесь он не отображается же. Отображается. Конка забеспокоился сразу. Сорю, здесь DTLS как-то да показывает. Сейчас, получен... Он его даже не считает, этот урон. Короче, что? Надо смотреть DTLS и получен урона врагом. Или как-то ну, так. Я тебе говорю, он не показывает. Он не показывает, кто пил. Мне показывают, но мне даже нанесена, мне даже не считают его. Ебать, Кунка беспокоился. Ну, у меня такая тема. И все. Ну, короче, общий. Ну, вон из КД Андрей линканул. Бля, а чё 300 тысяч, небольшая ли разница? А что, что со СКД не так? А подожди. А чё, 25? Это общий шип, а у нас каждый шип отдельно. А, да, каждый шип отдельно считается. Но у меня по всем шипам. Да. Чем-то удобнее скатывать, чем-то удобнее DTLS. Чем-то нормально все, если это не залило бы, конечно. Потому что близко нам этот урон стоял. Кирмич близко стоял, поэтому нас походу залило. Кто Ондра хуйню линканул нахуй? Прям вообще хуйню какую-то по шипам. На этом типа Ондра 75 тысяч. У меня показывает в него... Не, у меня показывает вот 200, ну да. Best Moon 115. Не, мне показывают, ну, что все правильно. Я бил шипы только... 717 еще нахуя. Я бил по шипам только тем, которые кидались либо в трусы, либо ну, в рамбе нахуй. А которые, ну, только после... Только первый человек 5 бил по шипам нормально. Все, отчет дай. 3, 2, 1... Еще лучше. Блять, как же подлагивает, ебаный урод. Их разбежались. Дай сокрой ресли. Нажми ему на лед. Вышли с лужи. Тут, короче, такая же тема, как на Синдре. Нужно перевести после шипа. Заново рано выбегать, похоже. Есть такой. Ситуация похожа. Мы вначале не убегали заранее, и он просто улетал на дальнюю цель всегда. Угу. Мы начали выбегать, и он начал тупить. Он сейчас начал тупить, потому что он шип начал кастовать после вот этого вихря, перед вихрем. Он
И получается вот уже вот этот рейндж, который он кастовал, приехал. Сейчас вот я хуй его знает, у нас, блядь, вообще никакого продвижения нету, нахуй. Все стало только хуже, нахуй, по сравнению с пулами, которые мы были. Да, давайте бить по-нормальному, как били вначале. Это было лучше, по крайней мере. Не сказал бы. Там ДПС нам не хватит. Ну, может, мы там снесем ему до 30 доведем, но типа мы не убьем его с тем ДПС. Самый лучший вариант это вот этот, где мы больше стоим. Где рандом? Уже просто. Мы дохнем. А так может быть, нет, там нет, нет, утка, нужно, блядь, понять, увидеть причину, берсу. Причину, почему она так делает, нужно, не знаю, видюшку пересмотреть, понять. В чем смысл? Потому что рано бежите. Должен один тарык стоять сзади. Надо, наверное, бежать, нахуй. Короче, вот именно до после чаржа, нахуй. Мне кажется, ты хуй никогда он чаржнется в печеньку. Ну да, можно попробовать. Я сейчас посмотрел, у них метки куда ближе стоят, чем у нас тоже. У них, по-моему, просто у них даже не бегает почти. Там милики, грубо говоря, вот милики стоят, они вот смотрят влево, смотрят вправо, смотрят влево, смотрят вправо. И бит босса в спину постоянно так вот. Там вот как первый раз мы поставили метки, мне кажется, это самый идеальный вариант был. Потому что типа вот как раз он да. Получалось. У нас были проблемы в другом, то что он чаржился на людей, которые стояли дальше танка. Право, влево. У меня, блядь, проблема в том, что людей вихрем просто убивало, вот еще на скалами. Ну типа смотри, вот скриншот, как у них вообще не близко стоят. Да я понимаю, вот как они стоят. Вот у них вот так вот они стоят. Что мне смотреть? О. Вот так вот это стоит. Вот так вот они стоят. Печенька даже еще ближе. Ладно, сейчас после коста попробуем, будем стоять в рамбе нахуй. Два хапала они, да? А не хватило. И сильнее нам похуй. 4. Ебаша. Да это в 4 убивается. Давайте хилба. Вообще. Да в одного хила убивает. Да, вообще без хилов. Да. 25 дк. Там хулипал, хулипал с лобором. Хиливать, блядь. На, сейчас на полбах проехать. Дармич, модель. Блю, я все читаю, просто не реагирую. Я когда? Хочу отдаю. Харпы бежим. Приготовились. Один, поехали. Позже бежим, после чарджа. После. Шип сзади. Шип сзади. С ханта шип. Вихрь. Сейчас будем. После рывка нахуй побежим. Что за хуйня? А почему? Он что-то остановился, он подумал, видели, нахуй, да, потом... А потом он решил, нахуй, короче, это... Да он такое чувство, что он после ребута, нахуй, сломался, нахуй. Было много таргетов. Не один таргет, на джесты. И получается, когда на ренджу выходят одинаково приблизительно ренджу несколько таргетов, он получается, выбирает. Останавливается. Он останавливается, он не выбирает рампу. Че, двоих, значит, ставить, да, теперь? Ну, должен быть, вот, допустим, хан стоять сзади, вот он чарнулся, и все, и потом разошлись. А, допустим, вот, ну, чтоб кринжун, чтоб один человек дальше стоял, короче. Остальные могут, там, так, уже по разным сторонам. Есть запись. Ну, кстати, можно, да, посмотреть. Да, Дарвич. Это происходит. Швепс. Нам надо еще быстро, нахуй, короче, до вихря перебегнуть, ну, типа, смещаться. В ромб? Прям быстро, нахуй.
Не, нет, вы... там ну там дереть, да. Там дереть стоит. Нет, там дереть стоит, нам надо смещаться, потому что, блядь, он ничего не сказал. Вот как вихрь начался, вы идете в сторону рейда, а хант уходит. И все. Именно так. Так, да. А чего вы ближе просто не подходите? Ну, грубо говоря, вот слева и справа от ворот стоять. А не в километрах так далеко. Нас все равно не будет задевать. Вот, грубо говоря, вот где чаши стоят, вы в этих зонах и стоите. Типа вот отсюда вам дореть, добежать, ну плюс-минус быстро будете. В принципе, ну, да. Так и стояли всегда, вот типа. Ну, если прям здесь стоять, те годы. Вот здесь стоять, то тогда это как уже достанет. Либо вот тут, либо вот тут. Бать, пацаны там уже десятку геру хуярят. Да пускай хуярят. Там уже лича добивают. Серьезно? Заебали вы. Похуй, чё, блядь, ну, ребят. Ребят, ну смотрите, пожалуйста, блядь, лучше думайте нахуй, как лучше сделать нахуй, чтобы мы, блядь, этого босса нахуй убили в итоге, нахуй. Ну, блядь, нерв все равно будет, нахуй. А не, блядь, вот это вот. Десятка, хуярка, нахуй, той нами. Минус 60. Ничего. Дермишка нет. Колес. А чё отдаем? 3, 2, 1. Пул. Шип сзади. Что, блядь, сбивать кто-нибудь будет, кроме меня, нахуй? Всем похуй. Шип сзади. Да, массакру вот под этот каз, товарищ. Дай массакру, Рислин. В центре давай. Стойте, не двигайтесь. Ну, сейчас прям... хорошо прям идет. В центре стоим. Ну, от вихря убивает, нахуй. Вот мне вихрь сейчас въебал, нахуй, 22к. Да. 22. Так это само собой. Зато босс сейчас нормально двигался. Ну, в принципе, если сейчас нормально так же будет, тогда, в принципе, в этом и проблема. Ладно, да. Бейте так, пока что. Ну, а потестить, посмотреть дальше, как он будет двигаться. В этом была проблема, я вам сразу сказал. Шепс уже в рейд подвигай. Вот сейчас получилось, хант ты, короче, там Арестин, ты рано выбежал, там хант должен. Там хант же выбегает, тебе не надо выбегать рано так. Да, после чаржа. И, короче, сейчас умираем, это... Массакру надо вот под вихрем и надавать, потом пофиг уже. А у нас его хватит, если так под каждый вихрь давать? Именно под... Хватит, они откатываются. Нам именно под вихрь давать, когда он начинает вихрь кастовать. Да. Пока мы бежим, пока это, вот на этот сейф нужно. Это чередуется, вон. Ну, Рислин, может, первый вихрь, вон, Рислин,
Сакра, второй вихрь, да, меч есть балл, третья реслин сакра и так далее, но откатывается.